Более 30 лет производственные объекты отапливала паровая котельная. Основные функции вспомогательного оборудования устарели. Техническое перевооружение проводили в несколько этапов. Сначала рабочие проложили трубы, смонтировали блок бокса и дымовую трубу. Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная производительностью 5 мегаватт обеспечит теплом все производственные площадки 4-го цеха. Пусконаладочные работы уже завершены. Автоматизированная блочно-модульная котельная оснащена двумя стальными котлами марки «Термотехник», установленной мощностью 2,5 мегаватта. Установлено вспомогательное оборудование, это сетевые, подпиточные, циркуляционные насосы, пластинчатые теплообменники, система умягчения воды, газораспределительная установка. Система общекотельной автоматики обеспечивает два режима управления оборудованием – автоматическое и ручное, где автоматический режим является основным, а ручной – резервным, что минимизирует человеческий фактор. Преимущество автоматизированной блочно-модульной котельной в том, что режим работы может осуществляться без постоянного присутствия обслуживающего персонала, улучшение энергоэффективности, что приводит к снижению затрат на выработку тепловой энергии.